28 петель. Столько необходимо набрать на спице, чтобы связать носочки для недоношенного младенца. В первой неделе своей жизни он вынужден находиться в специальном кувезе. Трение шерстяных волокон на ножку ребенка – это естественный массаж рефлекторных зон стоп, который оказывает не только согревающее, но и тонизирующее, общеукрепляющее действие. В таком состоянии малыш не находится в дремоте, когда он может уйти в крепкий сон и забыть сделать вдох. Действительно, к сожалению, у нас есть и дети, которые рождаются очень рано, недоношенные. И оказывается, вот эта мелкая моторика, это движение руками, прикосновение к этой пряже играет очень большое и значимое развитие. Вы знаете, чувство каждого человека переполняется радостью, когда он может чем-то конкретно помочь каким-то людям и оказать эту помощь. Местному клубу подарили две корзины пряжи. Встреча Андрея Гореликова и Романа Коробейкина с волонтерами прошла в библиотеке имени Кедрина и приурочена к Международному дню недоношенных детей. Его отметили 17 ноября. В Мытищах клуб 28 петель работает уже 3 года, и в нем состоит около 20 неравнодушных мытищинцев. Организаторы сообщества вяжут одежду сами и учат новичков. Шапочки, носочки, пледики, рукавички. Все может быть полезно. Главное изделие должно быть связано из чистой шерсти. Отделение перинатального центра, где выхаживают новорожденных и недоношенных малышей, всегда нуждаются в вязаной одежде. Даже в роддома именно Мытищи передал, допустим, Сергий Посад, одна поездка была, 90 комплектов передали, потом в Коломну мы передавали. Тоже где-то так вот 90 с чем-то комплектов было. В нашем округе много удивительных людей. Эти женщины-волонтеры вносят неоценимый вклад и помощь. Вяжут не только одежду, но и специальные игрушки для детей. Так называемые комфортеры. Вяжем мы, ну как сказать, и немало, и немного. Вот, например, у меня в этом году 135 пледиков я связала, 180 шапочек и 160 пар носочков для деток. Совет депутатов округа совместно с общественной палатой будет и дальше участвовать в жизни клуба и всячески его поддерживать. А стать участником сообщества может любой желающий. Знаете, есть такой возраст, когда, ой, а что мне делать, депрессия. Какая депрессия? Приходите к нам и вяжите. Это такое движение, это прям такой позитив, энергия. Андрей Колосов, Олег Степанов, Первый Мытищинский.